Коллеги, вновь в эфире ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Ольга, и я являюсь региональным представителем компании Dadario в России. Расскажите, я понимаю, что ваша компания делает вино. Очень интересно, сколько наименований, какое производство, в каком городе? Спасибо за вопрос, да. На самом деле мы являемся винодельческой компанией с юга Италии, из региона Апулия. Наша компания производит высококачественные вина в линейке 12 разных наименований, среди которых сорта Примитива, Неграмаро из белых фиано. Очень интересно. А чем славится вот ваш регион? Может быть, там какой-то специальный сорт винограда или какие-то специальные технологии? Да, Италия вообще не нуждается в представлении, потому что итальянские вина очень славятся во всем мире. Это феерия вкуса, это всегда хорошее настроение, это очень интересный вкус. На самом деле наша компания находится в Таранто. Производители – это две стратегические зоны Сава и Тури. Они объединились для того, чтобы производить наилучшее вино. И в этом году мы решили представить наше вино в России. И цель этой выставки – это поиск импортеров и поиск партнеров, которые помогли бы нам познакомить потребителя с нашими замечательными высококачественными винами. Хотелось еще добавить, что регион Апулия, он издавна славится хорошими винами, и на самом деле замечено, что апулийские вина пользуются растущей популярностью на рынке, и поэтому мы очень хотим, чтобы наши вина появились на рынке для того, чтобы доказать или показать потребителю истинный вкус Апулии. Откупорить Апулию – вот девиз нашей компании. Теперь это и наш девиз. Спасибо вам большое. Мы желаем вам найти партнеров на нашей выставке и с удовольствием, конечно, ждем вас в следующем году. Спасибо. Я надеюсь, что в скором времени вы найдете наши прекрасные бутылочки на полках лучших винных магазинов страны. Спасибо огромное. Благодарю вас.